Приходит мужик к председателю колхоза и говорит: слушай, возьми меня зоотехником. Ну, а что ты умеешь делать? Да я язык животных знаю. Пойдем проверим. Пошли они на ферму. Мужик подходит к корове и такой: муу, корова, муу. Слушай, она сказала, что дала 15 литров молока, а 5 литров доярка домой унесла. Приходят они к доярке домой, смотрят, и правда 5 литров. Подходит мужик к Хрюшке и такой: хрю, Хрюшка, хрю, слушай, она сказала, что принесла 7 поросят, а 2 поросят свинарка домой забрала. Приходят они к свинарке домой, смотрят, и правда 2 поросенка. Председатель колхоза: все, беру, хороший ты мужик. Идут они, а навстречу коза: бе-е-е. А мужик: слушай, да ты не верь, был один раз, и то по пьяни. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.